Ну, бля, коронавирус заебал меня, нахуй, блядь. Вот пиздят, блядь, что, блядь, трупа, нахуй, никого не видно, показывают какие-то просто ебаные, блядь, гробы. А где трупа, ёб твою мать, блядь? Что вы все пиздите, блядь? Мне кажется, что это один сплошной наёб или, блядь, флешмоб. Внизу в комментариях отпишитесь, так или нет, блядь. Что-то, блядь, не сходится, парни, с этим, блядь, коронавирусом. Хоть. Новая пачка появилась, блядь. Новый цимбарь, который сейчас, блядь, у меня в руке. Мучительная смерть. Если ты сосешь эти негативные соски, значит, ты мучительно будешь помирать. А я для вас, пацаны, одел свое новое охуенное поло под свои охуенные, блядь, бицы. Каждый раз просят, блядь, в новом видео показать, блядь, Дворецкого, покажи, блядь, бицы. На данный момент, как, блядь, раскачался. А из-за коронавируса закрыли все, блядь, ебаные залы. Но мне похуй, ёптвою мать. Ой, ёп, какая уже рама, нахуй. У меня здесь висит, блядь, турник, поэтому я, блядь, дома ебашусь. А кто страдает, блядь, то, что залы закрыты, блядь. Головой, сука, кумекайте, блядь. Цибары, Дакота, нахуй. Ну че, как вам, пацаны, блядь, дизайн? По мне, так вообще пиздец охуенный, блядь, дизайн. Блядь, перепезды, переохуенный. Ебать, такая здесь шайба, нахуй. Какие-то американские, ебать, нахуй. Как по мне, блядь, так в кармане, блядь, эту пачку, блядь, иметь очень... престижная, охуенно. Потому что она, как по мне, блядь, очень, блядь, красивая, блядь. Края у нее, блядь, скошены. А вот сама пачка, блядь, вызывает, блядь, нарекание. Потому что она, ебать, ее в рот, блядь, очень, блядь, квелая. Но мне нравится это, блядь, сука, название. Этот, блядь, орел. American Blend. То есть американская смесь, нахуй, ёб твою мать, блядь. И одно название чего стоит. Дакота, нахуй. Дакоту будет. О, Дакоту, давай. На, ёб, Дакота, нахуй. Дакота. И ты в полном порядке. Заебись, блядь. Объявили, блядь, неделю, блядь, карантин. Но не сказали сидеть дома, блядь, и комендантский час. А люди, блядь, это восприняли, как заебать его оплачиваемые каникулы. Будет оплачивать. Еще, блядь, сука, каникулы будут, блядь, неделю. И все ломанулись, блядь, на шашлыки. На даче, блядь, отдыхая. Всем похуй, ёпта, это Россия, блядь. Дакота, блядь, компания табачная, вот такие вот ЛПСы, блядь. Цена, внимание, блядь, сейчас охуеете. 88 рублей всего-навсего, блядь. 88 концов, блядь. Что же нам могли сделать за 88 концов? Вот они, ебаные лепестцы. Здесь, блядь, Дакота Ред. Ебать его. Мучительная смерть, нахуй. Мне похуй. Вот что я делаю с мучительной смертью. И там валяется, видите, такой вот обрезанный, блядь, уже труп, нахуй, блядь, который уже, блядь, разложился, блядь, в морге. Я не хочу эту хуйню видеть. Вообще, блядь. Когда пачка у меня на столе, я не хочу видеть ничего, кроме вот этой вот надписи. Дакота. Очень похоже, блядь, на снус. За 88 рублей что же здесь будет? Какой будет табак, бля, по вкусу? Так, надклей. Ебаная, блядь, сука, как же, сука, заклеивается. Сука, не, ребят, хуево отклеивается. Пачка почти испоганена. Нихуя. Да что я вижу, ёпта мать. Терпимо, пацаны. Нормально она, блядь, отклеилась. Те разы отклеивалась очень хуево. Блядь, и здесь не закрасил. Здесь тоже, сука, мучительная смерть. Откупаем. Ебаную, блядь, погранную кубышку, сука. Со всех сторон края скошенные. Так, цибара. Итак, парни, блядь, довольно плотно набита, блядь. Короче, набивка, блядь, она, блядь, средняя. Нахуй. Пацаны, блядь, я специально взял, блядь, ебаный шейкер, чтобы туда, блядь, блевотротить, нахуй. Потому что я хочу извлечь из этой дохотиной, блядь, цибары, блядь, за 88 рублей табак. И посмотри, что же, какой на вкус будет, блядь, ебаный табачок. Дакота, блядь. Набивка, блядь, средняя. Фильтр радует, потому что он, блядь, длинный, нахуй. Окрапленный фильтр, как в старые времена. Так что здесь? Неужели фильтр, блядь, с углем? Запускаю корни и вытюгиваю. Вытянул, ёпта. Фу, блядь. Не, нихуя нет, пацаны. Вообще классика, я ебу в рот, нахуй. Посмотрите, блядь. Просто обычная, блядь, стекловата. Никаких ступеней нету. Одноступенчатая хуйня. Никакого, блядь, фильтра, блядь, нет, нихуя. Угольного, блядь. Просто такая, блядь, шляпа, нахуй. Туда им, нахуй. В утилизатор. Тут, блядь, дыра на кунилингус вообще заебись пройдет, блядь. В эту дыру, ну-ка. О, нихуя. Почти весь язык засовывается. Хуя, блядь. Мне нравится, блядь. На кунилингу сейчас проходит. Но я с них завафлил. Потому что, блядь, она оказалась, блядь, без фильтра. Непритязательный дизайн. Какая-то китайщина, ебаная хуйня какая-то. Просто написано здесь Дакота, блядь. Полоса здесь, блядь. Кажется, перфорации нет. Ну, ничего особенного нет. Короче, не впечатляет. Впечатлил только дизайн фильтра. Посмотрите, как по-классически. Он окрапленный, блядь. Как будто, блядь, 60-х, блядь, годов. Вот за фильтр, за краску одного фильтра самого, блядь, фильтровой бумаги. Вообще лалька. Вот так вот, блядь. Ебашим, нахуй. И пробуем. Ребят, опять сухостой, и темные, и светлые. Здесь тона, блядь, присутствуют. Запускаю язык. No. Сушеный, какой-то жареный вкус. Фу, блядь, что вылетело-то? А, фильтр, ёпта. Табака не чувствую, как будто какая-то пережженная, блядь, как будто бумага. Из какого говна делают, хуй его знает. Можно ли это курить, блядь, какой у нее будет, блядь, вкус. Это, конечно, сейчас на советский балкон я похуячу и подцебарю. Посмотрим, что за вкус за 88 рублей и стоит ли ее брать. Дакота, блядь, вот такой дизайн. Дворецков, ты чего не боишься коронавируса? Что? Зайка, не боюсь, блядь, потому что я здоровый, ебто, у меня охуенный иммунитет, блядь, и у меня есть, блядь, Дакота. Написано, что они исключительные, блядь, во всем. Да ладно, нахуй. Короче говоря, такая есть инфа, то, что скоро будет для комендантский час. Хотят сделать комендантскую хуйню, что из дома хуй вынет. Уже видео дохуя в интернете, где едут, блядь, с военными автобусы едут. Их дохуя целый километр этих автобусов. Бля, куда они стекаются? Хуй его знает. Путин умалчивает, блядь, с этим, блядь, Мишустином.
О, дед. Собянин плохой. А почему дед Собянин-то плохой, блядь? Собянин купил своей жене квартиру. Квартиру купил дед, блядь? Да, сука, он купил, ограбил всех нас. Дед, бля, еб твою мать, блядь. А что он, сука, тебе, что ли, должен был ее купить, нахуй? Заебись, сценка. Это вам не скетч. Скетч — это параша, сценка, вот. Кубышку ебаную откупорим. Классическая, блядь, ебаная бумага. Очень, блядь, толстая, пиздец, нахуй. Как в советское время она отделяется. Нихуя, блядь, не приклеена. Что здесь, сука, еб твою мать. Да так я делаю в советское время. За это, блядь, лайк. Такую хуйню использовали в советское время, нахуй. Вообще четко. Утилизатор, еблись, нахуй. Так, вот я посылку, блядь, получил. Заебись. Что за хуйня, блядь, сахерба. Откупим ебаную, блядь, кубышку, нахуй. О, габа, блядь. Ебать, для хуйного сна восстанавливает нервную систему. Что здесь? О, заебись. Омега-3, нахуй, заказал новенькую, ебись. О, класс, с коллагеном и эластином. Это мазать морду, блядь, чтобы мое лицо было, блядь, охуенно молодым. Ребят, вы охуеете, блядь. Короче говоря, вчера стою на кассе, блядь. Я в маске, блядь, и в капюшоне, нахуй. Все знаете мою маску, бэй. По улице я хожу без маски, блядь. Когда захожу в магазин или куда-то еще, блядь, где люди, я одеваю эту маску, бэй. Вот так и стоял. Стою и капюшон. Коллаген влияет, ёпта мать. Намазался коллагеном, я брал пиво, пока себе какая-то тёлка, блядь. У вас есть паспорт? Я сказал, блядь, мне 47 лет. Вот такие глаза. У меня с собой был паспорт, специально я показал ей, блядь, чтобы посмотреть на ее лицо. Я говорю, смотри, 73 год. У нее, блядь, шары на лоб полезли, нихуя. После этого я понял, что я двигаюсь, блядь, в нужном направлении. Мне 47 лет, ёпта мать, блядь, а баба попросила у меня, блядь, паспорт. И последнее, что я заказал, о, смотрите, это, блядь, протеиновые, дорогущие, хуй знает какие, блядь, батоны. Да-то батоны, батончики, нахуй. О, ну-ка, блядь, извлечем один ебаный батон. 5 штук осталось. И протеиновые, очень красиво сделаны. С арахисовым маслом, с арахисовой пастой. Показывают гробы. Я даже гробы видел, бля, в Италии показывают. Типа, говорит, стоком рода забиты все катки. Уже на катки, типа, видел я этот каток, на котором катаются на коньках, заполонили гробами. Вот покажите трупы, где они? Да и трупы сделают, бля. Показывают какие-то, бля, в Италии трупами набитые машины. Что, бля? Машины я могу сфотографировать. А почему не показывайте то, что, блядь, в машинах, а? Флешмоб. Хотят, мне кажется, сделать то, чтобы, блядь, спихнуть на коронавирус. Кризис. Они мутят тему, блядь. Что-то, сука, планируется. Не просто так. Точно. Пердила, подтвердила. Короче, пацаны, я уже постригся. Видите, блядь, челку обкарнал. Сделал, блядь, прическу себе, блядь. Сел постригаться и сказал, под Гитлерюгенд. Вот такие шары, блядь, кто постригал. Под Гитлерюгенд. Сделали, блядь, эксперимент, блядь. В следующий раз сделаю под такой Гитлерюгенд. Вообще виски наглухо заброю. И здесь заброю. И будет Гитлерюгенд. Просто как стиль, как стиль. Я не фашист, просто для стиля. 88 рублей, Дакота. Как же, блядь, на вкус? И стоит ли они своих денег? Стоит ли вообще их брать за 88 рублей? Радует, что 88 рублей. Я хочу табак. Меня заебали эти ебаные, блядь, капсулы. Потому что капсулы заебись вкус, а табак бумага. Неужели за 88 рублей здесь будет охуенный вкус? Дакота. Так, заебись, нахуй. Зажигалку хватаем, нахуй. Опа, блядь. Пепинс, заебись. Советская, нахуй. Хрусталь. О. Так, заезжаем Дакоту. Карантин, на карантине сижу. О, нихуя, заебись, нахуй. Блядь. Заявись, отдыхать, сука, я не работали. Пацаны, перцебаем, нахуй. Скоро, блядь, велосезон буду открывать. Нас мол, ёпт. Нихуя. Походу табака дохуя здесь, не очищен. Чё раз? Фу, блядь. Ёб твою мать, вообще не ожидал. Пиздец, если ты, сука, смол, блядь. Ну-ка, вынем, нахуй. Тик. Фильтр вынул, нахуй, уже желтый, блядь, охуеть. Он вообще желтый, знаю. Две затяжки уже желтый. Новая рука, нахуй, без фильтра. Фильтра нет, новая рука. Нихуя! Смотрите, что здесь, блядь. Ебать здесь смола. Очень фильтр делают. Губы уже все черные. Смоле губы. Землистые губы, нахуй. Как будто шпалы сажал. Фу, так на вкус, нахуй. Без фильтра. Как ни странно, вкус есть. Вот именно без фильтра. А сейчас фильтром засосу. Походу за 80 рублей на мой табак. Некоторые уже, блядь, забыли, что это на мой табак. С фильтром. Без фильтра. На вкус. Без фильтра. Вкус заебись. Не бесит на 88 рублей. Тянутся быстро, ёб. Средний, 10 балки на 4. Не, на 6, на 6. Нормальный вкус. За 88 концов, блядь, заебись. Так, с фильтром? Без фильтра. Без фильтра вкус лучше чувствует. Но вреднее, намного. Сколько смолу видели, нахуй. Нихуя, фу, я шлаканулся уже, блядь. Тх, по горлу пошло, блядь. Вкус табачный. Бумага разбавлен табак на 60%. 40 нормального табака с фильтром. С фильтром сразу вкус хуёво чувствует, сразу хуже. Разбавленнее он какой-то, блядь. Короче, как курибельно, блядь. За 88 концов, блядь, можно сосать. Её. Не везде продаются сакасы, блядь, не знаю, есть он или нет, блядь, Дакота. А вот специализированные табачки я хватал. Дакота Ред, нахуй. У них сайт есть. Они много цабар делают с этой смесью, нахуй. Потому что смесь обычная. American Blend. Меня уже заебал, нахуй. Ну сколько здесь смол вообще, ебнуться, нахуй. Это пиздец. Я просто высадился, блядь. О, быстро тлеют, уже мало осталось. Несколько затяжек. Уже от цабар нихуя не осталось. И так еще раз без фильтра. Ну, вкус заебись, без фильтра. С фитом.
Оскудненный вкус. Фильтр забирает все вкус. Оскуднился вкус. Ну, ебать, безвредный, менее вредный. Вот выбирай, либо вкус, либо гнить с онкологией. Хуй знает, вопрос. А табак-то чувствуется, ебаный вот. Во всяком случае, это лучше, чем какой-то ебаный кен, где одна, бля, бумага. Чуть-чуть жареного вкуса есть, без фильтра. Есть табак, вообще есть. Он сухой и быстро тлеет. По 10 балочки на шестерку я им даю. Слюноотделение пошло, блядь. Тушим, дерьмо ебаное. За 80 рублей вердикт. Круче, лучше, нихуя не найдешь. Заказывал балкон, аутентичный советский. Получили. Вот он, еб. Охуенно, весно. Чирить, флексить. Дакота. Не наебался я, не наебался. И мало деткам ссылки я не навскрывался. Кобыле 30 лет и уже не катит. Долбить хочу свежак, старухи не катят. Старухи не катят.